долго распространяться в Трампе. Не буду. По одной простой причине, что особого значения не имеет, по большому счету. Кто-то надеется, что будут какие-то существенные изменения внешней политики. У европейцев легкая истерика. У хохлов тоже зрада. Как они говорят, в истерике бьются. Наши умники, опять, ну, тот, кто пил шампанское уже в мире ином, Жириновский, свинка Марго снова призвала всех прокатиться по Содому перед посольством США.